Привет, друзья! Я Фикс Прайс, Калантай 24, Санкт-Петербург. Много новинок поступило. Сейчас будем рассматривать. Приятного просмотра! Опять поступили в продажу орхидеи. Три вида: белые, бледно-розовые, ярко-розовые. Выглядят реалистично. Листочки, как положено, блестящие. Даже корни торчат. Есть два наполнения. Есть с камушками орхидеи, а есть с мохом. Сделано качественно. Очень прилично. Цена 299 рублей. Посмотрите, какие красивые пушистые веточки поступили в продажу. Несколько расцветок. Стебель длинный. Каркас в нем металлический, поэтому веточка не падает. Будет стоять в вазе и будет красиво смотреться, конечно, если несколько веточек взять. Цена одной веточки 149 рублей. Очень понравилась декоративная фигурка попугая. Он сидит на такой подставке. Есть розовый попугайчик на золотой подставке. Есть золотой попугайчик на золотой же подставке. И зеленый. Попугай сделан из полирезины. Все остальное сталь. 199 рублей. Пиала Боул. Сделана из фаянса. 780 миллилитров. Очень симпатичная, ребристая, кверху расширяется. 99 рублей. Для любителей белой посуды без декора поступили красивые белые тарелочки. Вот тарелочка маленькая, 18,5 сантиметров, фаянс, 55 рублей. Тарелка побольше, 21 сантиметр. Тоже фаянс, 77 рублей. Все тарелочки гладкие. Салатник большой на литр 25. Фаянс, 99 рублей. И пиала Боул 800 миллилитров. Тоже фаянс, 77 рублей. Набор совочков, 3 штуки. Объем 75, 100 и 200 миллилитров. Сделано из полипропилена пищевого. Производитель Беларусь. Цена набора 55 рублей. Новый органайзер с зеркалом и с тремя отсеками. Крышка из бамбука. В отсеке можно положить какие-то украшения, цепочки, серьги и так далее. Сделано очень хорошо. 199 рублей. Оригинальное зеркало на основе из бамбука. Зеркало вращается. Оно двухстороннее. Одна нормальная, другая увеличивает в два раза. Внизу такой лоток. Можно положить украшения, косметику. 249 рублей. Сюда тоже привезли корзинки симпатичные с делениями, небольшие совсем, 55 рублей. Столовые приборы, вилки, маленькие ложки, большие ложки, изготовлены в России из коррозийной стойкой стали. Цена прибора 27,50. Для снеков и салатов 27,50. И всевозможные контейнеры, подставки под приборы. Все я это вам уже показывала в других магазинах. Все есть. Не успел купить хлебницу, пожалуйста, привезли опять. Наборы мисок 3 штуки тоже довезли. Емкости для специй с ложечками, 3 контейнера там внутри, 99 рублей. Ланчбоксы из бамбукового волокна, 199 рублей. Чаша для мытья круп, много расцветок, литр 700, пищевой полипропилен, производство Беларусь.
77 рублей. Привезли целую гору ковриков для ванной комнаты 40 на 60 сантиметров. Полиэстер, обратная сторона противоскользящая. Посмотрите, сколько расцветок. Есть густой ворс, а есть не очень. Ну, все мягкие, 199 рублей. Контейнеры для овощей на 11200, Россия, 199 рублей. Отдел кружечек тоже не забыли. Поступили новые кружки симпатичные, цветные кружки, ячеистые такие, желтая, зеленая и очень красиво сине-голубая. Красивый цвет, серединку кружек белая. 380 миллилитров, фарфор, 77 рублей. Эту кружку я просто влюбилась, она такая узкая, удлиненная, матовая. Белый цвет, фарфор, 77 рублей. Тоже симпатичная кружка из фаянса, 400 миллилитров, глянцевая, 77 рублей. Нашла белую ячеистую такую кружечку, фарфор, 360 миллилитров, 77 рублей. Белая глянцевая кружка из фаянса, 435 миллилитров. Очень аккуратная. 77 рублей. Наконец-то в отдел для рукоделия поступил товар. Это лента-липучка. 65 сантиметров. Полиэстер. Белый цвет. И черный. Цена 55 рублей. Набор цветных карандашей в тубусе. 12 штук. Тубусы с разным дизайном, с картинками из мультиков. Цена 77 рублей. Поступила большая серия книг для детей. Читаем по слогам. Яркие иллюстрации, крупный шрифт, несложные тексты, короткие сказки и рассказы. Вы смотрите, какие тут сказки и рассказы в этой подборке, а их очень много. А я с вами на этом прощаюсь. Надеюсь, информация была полезной. Не забывайте подписываться, пожалуйста. До скорой встречи и пока. Thank you.